Всем привет! И сегодня обзор тунца желтоперого из Китая. Он поставляется в таких упаковках: по полкилограмма замороженный тунец, филе замороженного желтоперого тунца. Поставляется импортером Lucky Fish, что находится в Санкт-Петербурге, поэтому это белая поставка. Все указано, made in China, конкретно кто. Вес полкилограмма, срок хранения 24 месяца, при условии, что температура будет не более минус 18. Ну, даже написано, что не содержит ГМО. После разморозки, конечно же, эту рыбу нужно съесть. Повторно замораживать рыбу нельзя. Что из нее приготовить, я еще не решил. Какое блюдо? Посмотрим в дальнейшем конечный результат. Такую рыбу я уже брал. Она, такая упаковка полкилограммовая, стоит 300 рублей. Вполне приемлемая цена для тунца. Рыба нормальная. Ну, посмотрим, что получится. А готовить тунца будем самым полезным способом — на пару. Он поставил при соли на минут 15. И будем раскладывать в пароварку. Вот таким вот вычурным способом, на виноградные листья. Просто тунца положим сверху листьев. Так как-то веселее. И отправим это все на пар минут на 30. Этого будет более чем достаточно. Ну, и выглядит красивее. Еще кусок. Все. В итоге вот что получилось. Тунец на пару. Такой вот незамысловатый гарнир.